больше всего? А соревнования? Ты сегодня уже выступала? Волнуешься немножко? А вот что говорит тренер, чтобы вы не волновались? Расскажи, как ты пришла в гимнастику? Как прошло твое первое занятие? Ты сама где-то увидела или тебя мама привела? А по телевизору смотришь гимнастику? Да. А вот о чем ты мечтаешь? И какие-то турниры, может быть, хочешь выиграть? Да, какой? Почему золотая медаль лучше, чем серебряная? Вот почему выигрывать лучше, чем быть на втором или на третьем месте? Первое место — это как чемпионка. А вы уже выигрывали с командой первые места? У меня все первые. Все первые? Много медалей у тебя? А как ты радуешься, когда выигрываешь? А вы прыгаете там как-нибудь? Ура, ура, покажи мне, чтобы я увидела. Вот так вот, да? Супер.